Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимых виновными в совершении преступления коррупционной направленности и назначил наказание Андрею Арестову в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его подельнику Валерию Селиванову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, также с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.